Здесь получили квартиры очередники, а также переселились жильцы с многоэтажного корпуса, расположенного на улице Героев, 118. Дом сильно пострадал в августе 2008 года. Жильцы неоднократно обращались с просьбой восстановить их дом и продолжали на протяжении 11 лет жить в аварийном корпусе. В этом году многострадальный дом удалось внести в инвестиционную программу, а всех жильцов разместили в многоэтажках в микрорайоне Царс. Среди них семья Зукаевых. Мы жили на улице Героев. Нам предоставили возможность выбора. После того, как наш корпус отстроят, если мы захотим, сможем обратно переехать. Однако мы уже обосновались. Квартиры комфортабельные, район спокойный. В течение 11 лет нас кормили обещаниями, что будет снесен наш аварийный дом. И когда нас перед Новым годом переселили в новые квартиры, я не могла поверить. Пятиэтажные корпуса отвечают всем современным стандартам. Как отмечают новоселы, квартиры удобны еще тем, что здесь нет смежных комнат. У каждого помещения отдельный вход. Придомовая территория также полностью обустроена. На ней расположены игровые площадки со всем необходимым инвентарем. Благоустроена зеленая зона, высажены деревья. Есть разные качели для детей, и что самое главное, родитель, не выходя из дома, может выглянуть с балкона и так наблюдать за своим ребенком. Семье Зукаевых нравится новый микрорайон, новые условия проживания. Они не задумываются переехать в прежний район, где также будет построен 60-квартирный многоэтажный дом. Еще десятки семей, состоящих в списках очередников, получат долгожданные квартиры. Алена Оттаева, Арсен Гасиев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.